Красочные кадры и экскурс в историю. Центр «Досуга Родина» продолжает приобщать школьников к искусству. На киноуроке побывала Кристина Кононова. Второй уникальный эксперимент. На большом экране картины смотрятся ничуть не хуже, чем в выставочных залах. Мы решили сделать для школьников доступный, новый и, наверное, более запоминающийся, нежели на парте в школе, урок в кинотеатре. Данный проект направлен на знаменитости курских наших. И в этом году мы будем часто стараться освещать тех людей, о которых, может быть, мало, либо много слышат и проходят в школах. Ребятам такой урок за пределами школы пришелся по вкусу. Тем более, что речь идет о маститом курском художнике Вячеславе Шварце. Здесь можно не только прочитать, но и увидеть его как произведение, как он творил, написал. И, наверное, можно прочувствовать на себе это все. В кинотеатре развернулась не только импровизированная галерея, но и библиотека. На стенде картина эпохи глазами писателей-современников Шварца. Художник же изобразил ее по-своему. Для нас, для России, для общественности открыл в живописи новый жанр – историко-бытовой картины. Он изучал историю русских царей и, вот, в общем-то, для нас зримо оставил образы допетровской эпохи. Иван Грозный у тела убитого им сына. Рождество. Полотна курского гения – это история в красках и эмоциях. А для полного погружения в эпоху прозвучали романсы. И такая культурная перезагрузка только начало, обещают организаторы. На ваших глазах пример того, как большой экран становится открытой трибуной для многих искусств. Сегодня это живопись. А 26 марта состоится открытие оперного кинофестиваля. В формате 3D зрители смогут насладиться ритмами Кармен. Кристина Кононова, Антон Судженко, телеканал 7.